Начало матча между клубами «Самара» и «Купол Родники» осталось за гостями. Пока самарцы только набирали ход, и ижевчане несколько раз реализовали дальние броски. Но к концу четверти хозяева все же вышли вперед. Во втором игровом отрезке волжане снова забуксовали, но затем стали лучше играть в нападении и на большой перерыв ушли с преимуществом в 7 очков. С лидерами чемпионата всегда нужно играть на 100% концентрации. Чуть расслабишься, сразу раз, два, три и за минуту все преимущество их увеличивается вдвойне. После перерыва темп «Самара» уже не сбавляла и больше не упускала инициативу из своих рук. Разница в счете быстро стала двузначной. Хозяева качественно атаковали и хорошо защищались. Ижевчане постарались отыграться, но ближе, чем на 13 очков, подобраться к самарцам так и не смогли. 82-58 – уверенная победа «Самары». Дали соперникам почувствовать легкие атаки с дальней дистанции. Ну, потом постепенно стали наращивать и все-таки дожали и победили с хорошей разницей. После победы «Самара» занимает четвертое место в турнирной таблице Суперлиги. Лидирует в чемпионате «Уралмаш», против которого волжанам играть ответный матч четвертьфинала Кубка России. Матч состоится в Самаре в субботу 11 декабря. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.